Ну вот и пришло время выкидывать этих пушистиков. А когда это сделают ростовчане, сейчас узнаем. Ай, колец. Где-то в ноябре или в декабре, если она доживет, или я доживу. Подождите. Смотря кто раньше. У нас игра на выживание, да. Год? Ну, в идеале, да. Ну как, сэкономил, считай, заработал. Зачем ее два раза покупать? Правильно? А у нас искусственная елка, мы не избавляемся. Ну а когда вы ее спрячете? В конце месяца. Ну, после рождественских праздников только. Вот. После праздников. Мы уже ближе к марту обычно взбавляемся. Вот, скорее всего, после Старого Нового года, так сказать. Чтобы уже так полмесяца прошло. Хотя, может, до мая доживет. Ну, 15-го, может быть, 25-го. Примерно тогда, как придут дети с внуками, помогут внуки разбирать, убрать, ну и вынесут заодно. Если человек не хочет ее видеть, он ее уберет. Если она его радует, то он ее оставит.